أجل أش عندي جدو ألب جدي جنيش سغياز دي شو عمو دوش خوز غياز دي عمو دوش يمك خوز غير سبيب. Неожиданные гости с необычным подарком для учащихся первых классов. Прописи на ингушском – вещь непривычная, но интересная. Поэтому дети тут же приступают изучать содержимое. Саиди Влоев надеется, что прописи помогут ему в изучении родного языка. И такие прописи получают не только одноклассники Саида, но и учащиеся всех четырех начальных классов. Всего же в рамках акции удалось выпустить более 5000 экземпляров. И хотя многие умеют писать только пару первых букв алфавита, обводить не совсем знакомые символы у всех первоклашек получается без труда. А дох кадр я здесь, жами кадр, а я здесь. Первая идея сделать прописи на ингушском возникла у преподавателя начальных классов Сунжинской школы Залины Чиниевой. Позже инициативу подхватил гендиректор благотворительного фонда «Ихсан». Любовь к родному языку нужно прививать с детства, считает он, потому как изучение ингушского способствует познанию культуры и традиций народа. И мы решили помочь и поддержать этот проект. Запустили сбор с помощью платформы Туба и напечатали эти прописи. Почему? Потому что еще в 2010 году наш язык занесен в список вымирающих языков ЮНЕСКО. И решили, что нужно поддержать, нужно развивать наш язык. По оценкам специалистов, каждые 2 недели в среднем умирает 1 из 6 тысяч языков, на которых говорят во всем мире. А к концу века и вовсе может исчезнуть почти половина существующих. Не допустить исчезновения родного языка – главная цель, стоящая перед педагогами. Вообще для первых классов отводится очень мало часов для изучения родного языка и чтения по родному языку. Их всего 3 часа. Учитывая этот факт, это большая помощь, во-первых, и для учителей, а во-вторых, разнообразие все-таки порождает интерес в изучении. Это для детей. Помимо прописей в изучении родного ингушского, школьникам должны помочь и специальные таблицы с названиями цветов, органов тела человека и не только. Если прописи сейчас получают учащиеся первых классов, то комиксы на родном уже для 5-классников. Кстати, задумка принадлежит педагогу английского языка, поэтому многие уже успели заранее познакомиться с книжкой. Има комиксы суны лагерь варгене. Муси муси мика и учи ян чхана. Я решаю раз дукот. И чо хоза хоза хитр сун. И комикс. Первые экземпляры прописи уже получили учащиеся не только школы Аль-Юрта, но и первой Сунжинской. Ну а все радеющие за изучение родного языка смогут приобрести их уже на платной основе. Тамара Хашагульгова, Акрамат Тасхоев, Новости 24.